Всем привет, друзья! С вами снова Гагер. Данное видео открывает новую рубрику на моем канале. В этой рубрике будут показаны бои, где игроки набили много фрагов или просто красиво нагнули в бою. Конечно, я не могу сказать, что этот бой будет мега динамичный. Не забывайте, что мы смотрим игру на ПТ. Что касается игрока, наш герой видео отыграл всего 13 тысяч боев, но статистика говорит о том, что он игрок выше среднего. Можно, конечно, сделать из этого определенные выводы и подозревать, что это твинк. Судя по статистике, в нашей любимой игре за последний год прирост игроков действительно упал. Конечно, точно знать мы не можем, твинк он или нет. И вот мы видим первую жертву, которая засветилась. Это Истри. Едет себе такое, как на прогулке, прямо по полю. Получай на 400 с хвостиком дамага. А следующим выстрелом Якпанзер отправляет его в ангар. Так, давайте теперь немного осмотримся. Правый фланг наши союзники полностью отдали, и вражеская техника уже вот-вот начнет рываться. Почти вся команда нашего игрока под ником Лосметанин заняла ПТ-позиции, что не очень хорошо. Следующим в прицел попадает елка. Выстрел, и елка лопается. Союзный Т-34-85 и Комет, последние на просаженном фланге, умирают, а враги устремляются в сторону нашей базы. Якпанзер замечает это и уходит на очень интересную позицию. Стоя за холмом, высовывая лишь верхнюю часть корпуса, ПТ-шка становится практически полностью неуязвимой для нападающих. Главное, чтобы арта чемодан сейчас не прислала. Радость будет такая себе. У нас в копилку добавляется Чаффи, выскочивший прямо под выстрел. В прицел злой ПТшки попадает 50-100, а барабанщику грех не пострелять. Тем временем на другом фланге наши тяжи успешно сражаются и вот-вот начнут прорывать направление. И это хорошие новости. Еще один выстрел снайперский укладываем в башню француза. Пару дзынь посылают вражеские танки по нашей броне. Яга чувствует себя здесь комфортно. Третий выстрел по 50-100, к сожалению, мимо, зато в типа 59-го снаряд заходит прямо как в масло. На левом фланге наши тяжи углубляются в тыл врага, и вроде как все у них хорошо, да и счет вполне нормальный, и ровно идем. 50-100 отправляется отдыхать в ангаре, остается еще шотный тип, потом убить ТВП и все, свобода. Первый снаряд уходит в ТВП, потом тип. Мастерским выстрелом промеж глаз. Теперь в прицел Яги попадает новенький шведский танк СТРВ. Седьмой фраг. Подъехав на стандартную позицию ПТ, удается поймать проезжающего Т-34 и влепить ему на 527 дамага. Пока мы тут разбирались на своем фланге, даже и не заметили печальной истории, которая произошла с нашим ударным отрядом тяжей. Их просто не стало. Последний из магикан КВ-2 яростно сражался и даже порвал пуговицы выстрелом фугаса на рубашке вражеского Истри. Но с артой не поспоришь, увесистый чемодан и Клим становится зрителем. Новая цель не заставляет себя долго ждать. Здесь мне не совсем понятно, что произошло. То ли нервы сдали, то ли еще что-то. В общем, наш герой мажет по тигру. Тигр прыгнул на центральную дорогу и был таков. Счет тем временем не в нашу пользу, и это совсем нехорошо. Есть еще фуловая Яга 8-8 и даже Черини поцарапанный. Может быть, они помогут? Хочется верить. Снова тигр появляется в поле видимости. Яга заходит с фланга и обнаруживает на краю карты урель с Т-34-85 и незамедлительно отправляет ей снаряд. Следом светится Истри. Эх, жаль, проскочил. Зато тигр допускает ошибку. Яга сводится. Выстрел. Восьмой фраг. Еще немного, так и до пула доберемся. А вот и Т-34-85. Отправляем его туда же, куда только что ушел тигр. Следующей целью у нашей прожорливой ПТшки становится Истри. Отправив ей один выстрел, Яга переключается на недавно светившегося шотного Т-29. Чтобы получить пула, надо действовать наверняка. Наш герой отправляется за американцем. Тут уж не до шуток. Десятый фраг нужен как воздух. Нервы сдают, руки трясутся. Первый выстрел, второй. Ну уже, все, готов. Это медаль пула. Прокатившись до базы, наш победитель-чемпион забирает недобитого брата-близнеца. Истри, к сожалению, крадет Яга 8-8, но вот коричневую удается выхватить. 12 фрагов, медаль пула, мастер, основной калибр, 6385 дамага и еще куча всяких мелких медалей. С вами был Гагер. Если вам нравится то, что я делаю, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и не забывайте комментировать видео. Будьте здоровы!